thank you for taking the time. I know that you, Mr. President, have a long relationship with the President. Can you speak to him more now? How often do you see him? Get a lot of time with him. Give me your reflections, please. Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, ну, они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы и спорили, и ссорились порой. Но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Это как-то я однажды сказал, что такой уровень взаимоотношений, как между президентом Беларуси и России, нет ни у кого. Это во-первых. Во-вторых, в последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу. Поэтому проблем практически нет в общении. Как вы описали состояние президента Путина сейчас? О чем он думает? Это не то, что вы думаете на Западе и в Соединенных Штатах Америки. Абсолютно адекватный, здоровый, спортивно подтянутый человек, как вы это видите внешне. Абсолютно адекватный человек.